Меня в кино, на киностудию привел отец. Получилось так, что товарищ, его знакомый, земляк, как читал, начальник кинофикации, гостиниц не было, остановился у нас. И вот однажды утром уже, он уже должен был идти на совещание, он сказал, говорит, а давайте, говорит, вашего сына в киностудию устроим, пускай поездит. Отец говорит, пойдешь? Я говорю, конечно, я тогда любил очень географию. У меня по географии оценки были 5. Когда мы пришли с отцом на киностудию, это был 70-й год, это месяц март. Я киностудию старую еще я помню, это был раньше даже театр в 34-х годах. Там у нас были знаменитые люди СССР, это Киров приезжал, Куйбышев, там еще. Когда мы пришли с отцом, там во дворе сидели и наши большие люди, композиторы, это Тлендиев, и еще там корифеи искусства, актеры. И сразу Тлендиев, он моего отца хорошо знал, и подошел быстро, поздоровались, и говорит, что вот здесь на студии, как, по какому вопросу? Он говорит, да вот сына хочу устроить. Он говорит, давайте, давайте, поговорили. У нас был Кинжигарин, начальник производства, он устроил меня в дубляжный отдел, в дубляже. В дубляже я там работал, смотрел там фильмы, фильмы все на базу ходили, фильмотеку, все это. И все время просматривали мы фильмы в зале. Это в то время Кыжебек был, потом «Конец атамана» Шакена Иманова. Ну и большие там фильмы в то время были, документальные фильмы. А потом я перешел в производственный отдел, потому что там более, больше было молодых людей и веселее было. Ну, работал много, но в то время все было интересно. Рядом был павильон большой, и мы там съемки проводили. Это «Казахфильм» проводил, а я смотрел, как там проводятся все эти киносъемки. В то время молодые все были актеры Ашимов, Бибигуль Тулигенова. Вот, как работал этот, Беркович, Марк Исакович, ну и другие операторы, корифеи наши. Потом я перешел в 71 году на хронику, потому что не хватало ассистентов. Ну я, как его сказать, начинал с ассистентов, там, с самой ниши. Ну, интересно было, занимался фотографией еще. Я фотографию, отец у меня тоже в съемке, у меня был фотоаппарат «Зенит С», еще в то время, 60-х годов. Это мне было по сердцу. Я очень занимался и ходил на кружки киностудии. Я отработал на «Хронике» 7 лет. Потом меня забрали уже на художественный фильм в 79-м году, Булат Сулиев. В то время я фотографию хорошо делал, и товарищ Султан Ходжиков был председателем комиссии в Москву, которую отправляли. Он сказал, говорит, вот на операторской поедет Абетов Галым и Булат Сулиев. Ну, я не поехал по семейным делам, а Булат поехал. А мы вместе подготавливались целый год. Ходили и в горы ходили, старые вот эти вот, Чембулак, дорога там все это. Сейчас асфальт, а в то время и асфальта не было, деревья повырубали сейчас. А в то время все заросли были, только военные машины поднимались на Чембулак. На Алматинское озеро ходили. Да, фотографии снимали и портреты снимали. Так что фотографии я хорошо знал. Громадный фильм был. Это съемки проходили на Иссык-Куле. «Тайна поющего острова». Детский фильм хороший.
Я был ассистентом. В то время уже операторские, уже, ну как, смета не позволяла, там два оператора. Вы понимаете, в чем дело? Сейчас на видео вот, много легче стало, но хуже стало для актеров там, потому что режиссер сейчас делает 20 дублей. А у нас в Советском Союзе это на пленке. Пленки всего было 3 дубля. Пленки, если многие израсходовали, что пленки была дефицит. И Булат сказал, говорит, береги пленку, потому что все надо зависеть от тебя. А я же еще несколько этих брал профессий, там, фокусника, фокус-пуллер, по пленке, по зарядке, это как механик. Чистота. У меня вторая мать, у меня мать родная умерла в 4 года, а отец женился, и она сейчас заслуженный врач Республики Казахстан, уже скончалась, Нина Петровна Обедова. Она врач, спортивный врач, она вот 15 лет работала на МДЭУ, на Чембулаке. И вот я хотел что сказать, мать меня заставляла, ну, к чистоте. Вот. Я не ленюсь никогда полы мыть, и все, и пыль вытирать. А когда жил в общежитии, я всегда занимался фотографией. Вы знаете, что для фотографа самый главный враг – это пыль была. Потом, когда уже была у нас пленка, тоже старался держать в чистоте. Когда художественные фильмы, то старался брать гостиницу, ну, номер. Нет, для меня отдельно был номер. Я даже если там не убирали, я все равно брал швабру это и протирал полы, потому что пленки было, чтобы меньше было брака. Дело в том, что я повел фильм «Возвращение Альмеса». Там Кверикадзе был и Малик Икшимбетов. Они два режиссера, а Кверикадзе, он был художественным руководителем. Снимали на около озера Балхаш. И там такая жара была, и вот у нас, благодаря вот нашей работе такой кропотливой, у нас было почти, ну, почти без брака, потому что песок кругом, и царапин не было у нас на пленке. Так что у нас, мы сэкономили очень много пленки. Когда прилетел в Киев, это совершенно другой мир был, потому что как раз дожди были, и меня там встретили, и когда я переезжал вот по этой дороге, я помню, подъезжали к Днепру, сказали, вот сейчас там, а там церковушки все с этими макушками играют на солнце золотистыми, как в сказке было. И когда там я все это материал взял, в это время приехал Даутов такой был, оператор. И он говорит, сейчас должен приехать еще один оператор, а мы здесь должны снимать немножко. Снимали по реке Волги, они, оказывается, материал тоже сдают. И он сказал, говорит, Гауэн, говорит, я тебя забираю на большой фильм, на «Знай наше». Я говорю, да не, я же на своем фильме. Он говорит, ну как закончишь, сразу мы тебя забираем на «Знай наших». И так я попал через дирекцию, и меня прикрепили к этому фильму, тоже громадный фильм. И вот мы там, проявка была, нашу эту группу поставили именно на Довженко. Остальные группы проявляли в других городах, Свердловск, Узбекфильм, там, Киргизфильм, вот такие вот дела. Потому что у нас киностудия переезжала, а лабораторию поломали. Надо было здесь все заново все делать. Большой наши главные инженера, в то время Бреус, Касперский, Булат Уакпаев, они внесли большой вклад, потому что разрабатывали все эти здания, все эти операторские кабины, все. Все, в общем, поднимали на Альфа-Раби всю киностудию. И поэтому наша киностудия стояла на третьем месте, по-моему, в СССР. Громадный павильон у нас. После это, Москвы и Довженко у нас был третий павильон. Студия у нас считалась как бы... Хорошо они снимали, а когда пришел Булат Уакпаев и Касперский, они что сделали? Выезжали все время на фестивали и техники с Германии, там же покупали технику, ездили, вот оператор Тенешпаев, он ходил к Кунаеву, выбивали все валюту, так что у нас валюта была, и мы старались покупать. У нас было 4 рефлекса,
Вот начиная там с рефлекса двойки и кончая рефлексом пятерки. Да, на Довженко я смотрел в то время, 1984 год, 1985 год. У них даже не было рефлексов. Вот я ничего не хочу сказать, но у нас оснащение было сильное. Полных у меня 72, Мушель, так и по-казахски, Мушель. Ну, работаем. Ну, потому что, если просят, это вот Борис Трошев, он тоже, так сказать, средний возраст, но он уже очень большие фильмы снял, хорошие фильмы. Они много призы получили. Хорошие, когда группа собирается, все старики, у нас никогда таких больших скандалов не бывает. Ну, спорим, потому что как без спора? В споре рождается истина. Движение вперед, конечно, сейчас все меняется уже. Вот и аппаратура меняется полностью. Уже вот все вот эти вот реликвии, все уже, так сказать, там аппаратура дальше стоит. Там вот камеры есть старые, «Дружба», например, она четверо человек здоровых таких дольщиков таскали ее. Приходите в кино, будем работать все вместе на благо общества. Я хотел сказать, что всем большой привет киностудиям, где я работал. Это вот киргиз фильм коллективы, там тоже съемки видел. Туркмен фильму, узбек фильму, где я проявкой ездил. И Мосфильму, Лен фильму коллективом. Ну, Свердловский я не был, конечно. А, еще белорусские фильмы, киностудии. Вот. Так что спасибо молодежи, чтобы дерзали. Алга, Казахстан и кино новое, чтобы снимали. Новая волна, чтобы была. Thank you.